Красноярцы на выходных чуть не танцевали от счастья. Синоптики гидрометцентра пообещали нам на неделе аномальные плюс 27, но позже заявили, что это ошибка. На сайте службы якобы был сбой, и уже сегодня местные прогнозисты поправили федеральных. Последняя неделя апреля будет в меру теплой и пасмурной, никаких аномалий. По данным сайта meteoinfo.ru, минусовых температур по ночам на неделе уже не будет. Завтра днем плюс 14, и такой максимальный показатель продержится вплоть до четверга. Самой прохладной станет ночь вторника, всего плюс 2, и возможен дождь со снегом. В четверг снова плюс 14 днем, плюс 5 ночью. В последний день месяца ожидается плюс 12. В выходные этот градус сохранится, в дневное время плюс 11, плюс 12. По ночам стабильно плюс 3 и 1 и 2 мая. Всю неделю возможны дожди, а вот сайт gismeteo.ru прогнозирует еще и серьезный ветер. В четверг, 29 апреля, порывы до 23 метров в секунду.